Старинное и самобытное искусство привезли в Серпуховский музейно-выставочный центр. С 25 декабря по 30 января там проходит 7-й фестиваль домашних кукольных театров. В рамках мероприятия участники из воскресной школы Пущино показали спектакль о Рождестве Христовом. А сотрудники музея рассказали гостям про Поленовский театр «Диораму вокруг света». В 7-й раз музейно-выставочный центр собирает любительские и профессиональные кукольные театры со всей России. В этом году фестиваль из-за эпидемиологической ситуации решили провести в более домашнем камерном формате. Но, как и всегда, посетителям есть что посмотреть. Называется фестиваль домашних кукольных театров. И цель его спровоцировать как бы родителей на творческие занятия со своими детьми. Поэтому понятно, что не во всех семьях это развито. Мы стараемся это показать, насколько это здорово, когда работают дети, взрослые в семье, и у них есть какое-то свое дело. Да? В фестивале участвуют и профессионалы, и любители. Главное условие – взаимодействие ребенка и взрослого. В субботу рождественский спектакль показали ученики Пущинской воскресной школы. Вот это вертепное действие, оно вообще имеет такую историю, это как бы даже часть такая, можно сказать, богослужения. Поэтому там часть богослужебных песнопений звучит, часть народных колядок. И, соответственно, дети наши это изучают и на уроках пения, и самый такой, наверное, основной момент здесь не столько текст, а сколько вот пение колядок. Потому что вся история Рождества, она вот через эти, в этих колядках и проходит. Реквизит, за исключением расписного ящика для кукол, ребята и преподаватели делали самостоятельно. Дети продемонстрировали не только актерские, но и музыкальные способности. Ну, полное такое название – сказание о Рождестве Христовом, о злом и безобразном царе Ироде и ужасной кончине его. То есть, прежде всего, это тема Рождества Христова, это поклонение пастухов и волхвов, и также сопутствующие события – это избиение вифлеемских младенцев царем Иродом. И вот как в народном сознании вот эта тема нашла такое воплощение, как царя Ирода настигает такая вот кара справедливая. Об этом спектакль. Спектакль оценила и Татьяна Корзубова, депутат Московской областной думы. Поразил меня спектакль и вообще, что у нас в городе такой замечательный проходит фестиваль. Я понаблюдала за детками, которые были зрителями. Они с огромным удовольствием это смотрели. Второй частью культурной программы стал рассказ о Поленовском театре «Диораме вокруг света». Это яркое и необычное представление проходит в рамках выставки «Сказка рядом». В программе фестиваля кукольных театров зрителей ждет насыщенная программа. Посмотреть выступления профессионалов можно будет 30 января в 15:00. Московский семейный театр кукол «Котофей» покажет спектакль «Вот такая чепуха». А 22 января с 14:00 посетителей музейно-выставочного центра ждет программа домашних кукольных спектаклей.